Что-то интересное, я легла спать, и мне снятся какие-то странные сны. Я не знаю, куда меня вообще перенесло, но куда-то меня перенесло. То есть с вами такое было или нет? Так, кафе, чтобы зажечь фонарь. Я не знаю реально, где я очутилась. Так, где я вообще? Блин, я оказалась на кладбище. Ни хрена себе, я так спать легла. Супер. Легла и оказалась на кладбище. Ну, замечательно. В склепе. Точно, это склад, склеп. Так, это кто такой? Беспокойный. Какого Каина? Почему? Бураха же. Ты вообще кто такой? Да, мне вот это тоже интересно. Мне надо обыскать этого чувака. А потом делай, что хочешь. Такс. Ладно, давай, прости меня, иди отсюда. Так, он мне показывает выход из этого склепа. А ты кто такой? Ты какой-то трупак. Я обыскать тебя не могу больше. У меня все как в тумане. Хороший сон мне снится, так это. Лара, вот, блин, Лара меня притащила куда-то, не пойми куда. На кладбище. Выйти я тоже не могу. Класс. Какой-то бред сумасшедших. Господи, а это кто такой? Это бог чумы. Класс. Что они мне предлагают? Класс. Проснусь. Проснусь я у Лары или не у Лары? Я вообще где? Всем я должна говорить, станция. О, господи ты, боже мой. Ах А ты. давай, пожалуйста. Блин, ты. Так, где эти чуваки-то, блин? Отлично. Попал. У меня есть оружие нормальное вообще? Нет? Попался, голубь. Блин, это что такое? Я, короче, очутилась где-то, где могу изменить судьбу. Только вопрос, как я могу изменить судьбу? По идее, если я никого не буду убивать, то фактически смогу изменить. Такс. Я куда-то явно не туда иду. Интересно, они все за мной идут? Не за мной идут? А, ну правильно, день 00. А вы, ребят, такого были? О, я и уехать не могу, прикиньте. Блин, я убежать не могу от этих придурков. Опять я очутилась здесь. То есть максимум. Ао, ты что? Что за фигня, а? Крутяка, что? Да, видок у него еще тот. А, вот первый труп. Открыть, обыскать, они узнают.
Короче, пошел ты нафиг. О. Пипец, что это было вообще? За бред сумасшедших. А, милосердие не добродетель, а порождение страха. Боже ты мой. Классные мне сны снятся. Давайте оружие. Что? Так, насколько я выспалась? Я вообще не выспалась. Супер, я опять лягу спать. Кошмар какой. Короче, вот такие вот у меня веселые дела, ребят. Это называется, я поспала и приснился какой-то бред сумасшедших. Где у нее вообще кухня? Пофиг, где у нее кухня. Короче, на этом все. Пойду и посплю нормально. Всем пока.